Дыдюк Адал представляет. Эй, всем привет, с вами как Даниил на канале снимает. Так, сейчас у нас бэйбью подсветка, только для вас, только сейчас новое поступление подсветки любого цвета, доступность своего момента во всех магазинах аксессуаров. Ну что ж, мы с вами продолжаем проходить у нас Net for Speed Underground 2 с вами, поэтому у нас уже только после веселой азбуки, то еще Happy Tree Friends, у нас не было никаких там, блять, роликов вообще, поэтому я уж соскучился по Happy Tree Friends. Мы едем сейчас там на ниссанской машине 240X, мы едем сейчас с вами в гонку играть, а... Так, у нас, по-моему, у нас были такие моменты, когда мы сразу скучались, вы скучали по вообще. Ну, сразу вам скажу, что я придумал вообще, когда закончим эти игры, я куплю эту кока-колу. Проверено, что это способно, это банка с ментолом. А уж потом будем играть, а уж потом будем тоже тестировать кока-колу, пепси, там, добрый, желтый. Зеленый, красный будем. Так, приз 350. Ну, давайте покажем всем, на что ты реально на капец. Кольцевая гонка не игрушка, где делай так, как тебе положено. И так, вообще будет классно играть. Итак, мы сейчас с вами поедем куда-то вообще. Так, сейчас закись азота прибавим. Так, прибавили. Теперь едем. Да, поехали. Так, нас уже этот обгоняет. Так, надо поторопиться, осторожно надо быть, чтобы у нас никакие проблемы не случились вообще на дорогах. И самое главное, что нужно ехать, ехать. Тише едешь, дальше будет. Слава богу, что меня в дневной стационарий взяли меня. А поэтому они назначили мне неулюбтил утром и вечером, как я раньше начал тоже в августе пить. Утром и вечером, а неулюбтил заранее, осенью, ну, 20 сентября, после того, как у меня было еще 15 августа плаканье. А уж потом у нас не было никаких там ни осенью, ничего, ни проблем не было, не возникало вообще. Особо назначили мне еще, ну, там по 10 миллиграмм и феназепама дали мне. Ну, отрасслось, а то я что-то, я, блядь, тогда я не могу уснуть, то и спать не могу вообще. Тиранин же валента дорого стоит, и труксал дорого стоит. Вообще пиздец. Там такие таблетки 825, там дорогущие, а еще тиранин же валента там дорого стоит. Уже не действуют мои лекарства, они тиранин, это не труксал, у меня не действует вообще. Это прям, блядь, как сказать, прям как жопа, блядь, пиздец. Эх, хорошо, что оставили мне не улюптил. Эх, вот если бы дали мне какой-нибудь, блядь, залаз, то я смог бы попить в этот момент. Так, мы сейчас уже проскачиваем туда же. Так, останавливаемся. А чё, Маша, а чё, зачё с Ниссаном, блин? Что-то так тормозить неуправляющий Ниссан. Возможно, я что-то, блядь, не тот выбрал машинку. А вдруг, может, я что-нибудь проиграю, блядь, или еще что-то вообще. И самое главное, что нужно стараться гонки добиваться, когда вместе с Ниссаном 240SK. Если не получится, блядь, то тогда на Пежо поедем, значит. Итак, приступим к этому выполнению. Интересно, какой-то там момент... О, уже скользит у меня. Так, прибавим еще закись азота. И будем мы довольны к этому гонке вообще. Эх, сначала мы это все это закончим, эти специальные, где города. А уж потом горные мы закончим вообще. Так. Вы знаете, что такие горные? Горные — это когда что-то там это на горе там едешь там на тачке на своем, выполняешь какие-нибудь там задания или там миссии выполняешь, а потом получаешь за эти же, блядь, бабки, и все, чики-пыки, блядь. О, блядь, я уже разъебал машину, блядь. Сейчас мы проиграем, мы сейчас будем проигрывать. Так, прибавим закись азота. У нас тут уже не будет не хватать ни закись азота вообще. Нас уже там будут обгонять уже там последний круг. Блять, надо было нахуй выбирать Пежо машину. Ну конечно, если я такой глупый, блять, то непослушный вообще. Эх, только бы сейчас бы таких сделать, таких 5 ролик этих видео по Net for Speed Underground 2. А уж потом будем там, например, играть в какую-то нибудь игру про... Это веселый географический путешествие, который вместе с веселой азбукой мы будем играть. Да, географическое путешествие я любил, это же просто напишет что демо. Это демонстрация такая, которая показывает и все. Эх, надо найти, который географическое путешествие. Там можно и поиграть, там по приключению устроить. И еще по путешествию по морям. Помните эту ВКонтакте, которую я тоже выкладывал?
Так, сейчас мы обгоняли. Так, мы обгоняли. Так, взяли закись азота. Нам пригодится кое-что. Так, тоже нам пригодится. Блин, не слегка такая машина вообще. Nissan 30. Nissan там, да. 24X. Сейчас. У нас не получится ничего-то, тогда придется. Да, я уже так и думал, что у нас не получится. Придется не начинать гонку, а менять какую-то, блядь, машину вообще. Ну, давайте-ка, короче, с вами зайдем в гараж и там поменяем с вами, короче, блядь, машинку. Так, Nissan 240X мне не нравился. А вот Peugeot 206 мне, по-моему, это круче нравится. Вот это самое мощное, блядь. Выбираем и сохраняемся. И погнали в гонки играть. У нас такая хуйня тоже не получался ни разу у меня. Давным-давно еще зимой я играл. Так. Сейчас мы готовимся к гонке. И теперь мы постараемся это сделать. Самое главное, надо их обогнать, этих машин вообще. Они тут прибавили закись азота. У него две трубы, а у меня только одна. У всех так бывает, что у машины, что у другой вообще. Я не видел в Ворске ни разу, что там две трубы вообще. У машины вообще. Надо, придется потом посмотреть. Я видел, короче, мне Максим там скидывал какую-то там, например, Nissan машину 350Z. А тут и в Ворске появился это флаг армянский. Машина 350Z. Номера эти армянские. А у нас, блядь, российские номера. Так. Так, сейчас мы быстро все сейчас обгоним, а потом мы можем взять, да, мы можем на дороге где-нибудь взять закись азота, а потом уже будем эти, там, приключения, там, играть вообще. Мы сейчас поэтому будем все по-быстрому делать, а. Чем мы быстро закончим, чем мы раньше, там, уйдем отсюда. Так. Так, сейчас поедем. У меня режим работы будет в ноябре только вообще меняться. Ну, меняться, конечно же, режим работы там по понедельник, по пятницу, не только. А еще, я не буду менять там по понедельник, по пятницу на YouTube режим работы, а в понедельник изменю, что я буду видеоигры снимать. Так, мы уже к первому кругу пошли, нам еще второй, третий обойти и все. Потом можно начинать другие гонки играть. Так. Опять то же самое. Сейчас мы останавливаемся. Так, останавливаемся. Так, еще бы немножко бы... Так, прибавим закись азота, чтобы нам быстрее было легче доехать. Чтобы дальше не обогнать. Так, посмотрим, что там это за сзади вообще. Так, мы и сзади не будем смотреть. Мы сейчас потом посмотрим сзади, куда они, куда направляются. К нам, что ли? Так. Дорога показывает, что нам ведет сюда. Так. Да, вообще это будет, это круто. Сейчас мы пока мы накопим деньги на эти специальные гонки, а уж потом будем на ниссанской вообще 240X там покупать эти запчасти, там кузовые детали, аксессуары, покраски там будем покупать, все прочее остальное будем покупать для этого. Что будет, то у нас будет и есть. Так, мы уже так прибавили. Так, теперь мы уже прошли третий круг. Не второй, а второй круг, да, прошли. А теперь нам третий надо пройти круг, чтобы потом нам быстрее и легче было уже добраться до финальной гонки. Эх, надо закончить там 54 минуты, а потом уже можно я буду выкладывать специально на канал на YouTube эти там Netflix Hospital Underground 2. Не знаю, там можно будет, например, Will Rotsk снять вообще специально. Ну там про стрелялки надо снять вообще. А тут что-то никак не получается вообще. Не только стрелялки, мне еще надо выложить кое-что там про Happy Reference. Или там наоборот, мне надо выложить вообще. Специально такие вот. Ну, скажем, про Винни-Пуха хочу выложить. И там еще про какую-то собаку хочу выложить специально. Чтобы потом это легче круто было вообще. Сейчас уже скоро закончим третий круг. Ура, я еще и кончу, блядь. Эх, здорово, я кончил эту гонку вообще. Так, у нас репутация 200 и денежный приз 350. И сохраняемся, возвращаемся в город.
там мы найдем что-нибудь поинтереснее вообще. Так. Еще тут у нас... У нас тут двигатель. Если вам необходимо заменить двигатель, добавляйтесь прямиком в ближайший магазин. Запишите новый двигатель в любом модели. Для тех, кто хочет быть первым. Так, значит, двигатель мы потом, короче, поменяем. Или как-то можем купить двигатель после этих соревнований, гонок вообще. Мы сначала сделаем эти гонки, а потом уже на ниссанской будем всегда менять. От 240X модели мы будем менять эти там. Или там покупать, общаться. А уж потом мы на Peugeot это сделаем в другом серии. Потому что у меня там нихуя не получится. Потому что мы и так на Nissan 240X потратили 5... О, денежка! Так, значит, потратили там это 5 минут на ниссанское. Теперь надо еще. Так, Приса, дрифтинг. Ты, наверное, шутки. Причем шутить неудачно. Это телега не способен ездить без коллеги. Впрочем, попробуй что-нибудь на ней изобрести. Так, я эти дрифтинги, я люблю на таком кататься вообще. Да, я люблю на таком классно кататься, да-да-да. Я люблю, да, дрифтинги кататься. Сейчас мы... Так... Мы не будем обгонять вперед. Мы сначала будем выполнять дрифтинги. Для того, чтобы мы могли там это использовать эти способности. Так, мы используем эти способности, чтобы мы могли эти добраться до этого. До финала, до дрифтингов. А потом уже будем эти выполнять сразу трюки. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Главное не врезаться, блядь. Главное не врезаться. Сейчас. Короче, у меня всегда эти планы... Фу, ебать, я чуть, блядь, не врезался. В прошлый раз я врезался, у меня такая хуйня не получился. Еще раньше в детстве, когда мне было еще 16 лет 15 года, в зиму я играл эти Network Speed 2, когда я в школе 10 учился. Так, вот, сейчас мы попробуем это хороший трейдинг сделать. И отличный вообще. Так, хороший. Здесь можно и на линию попробовать, какая разница. Можно так, а можно и через линию. А, да, вы видели, там изображается оранжевый. Это означает, что там выполнение этих дрифтингов превосходно. Так, сейчас мы, короче, это все выполним. У нас два круга, потом три круга и все. А уже можно и сразу приступить к этим покупкам этих Toyota машин. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы попробуем выполнить большой дрифтинг. О, у нас 65, как же мы не заметили. Уже 71, блядь. Так, 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 у нас нормально, нормально, чики-пыки. Так, сейчас попробуем это все сделать-то. У нас, у них там 52 тысячи, 52 тысячи, 46 тысяч. О, блядь, мы им не врезались, блядь, из-за какого-то дрифтинга вообще. У нас охуеть 125, как же я об этом не додумался вообще. Так, сейчас мы все это выполним, а потом уже можно сразу покататься. О, а почему там написано быстрее? Я что, плохо выполняю, что ли, блядь? Не, я неплохо, хорошо выполняю вообще. А если бы я бы... А это не... это же не гонка вообще, чтобы там за какие-то 4 очереди там это все делать, блядь. А хотя мы выиграли уже. Так, репутацию, денежный приз. Теперь мы возвращаемся в город. Так, сейчас мы заедем туда. Вот, на зелененьку заедем. Потому что нам еще ждет у нас большие гонки. Да, большие гонки нас ждут вообще. А нам еще придется запчасти покупать для этих там, для ниссанской машины, для кузовых деталей мы сначала заедем, а потом уже будем специально там покупать на... Блять! Ебать, я врезался в машину, блять! Ой, как же я не слежу за дорогой вообще. Бывают такие водятые, которые бывают, что кто-то следит за дорогой, а кто-то, блядь, нет. В Орске то же самое происходит и во всех в России, что...
Блин, промахнулся на этом же месте вообще. Хотел попасть на кузовых деталей, получил, что так. Ладно, поменяем тачку свою. Так. На таком, блядь, я еще так я и проиграл, блядь, гонку. Так, сохраняемся. И поедем туда на кузовых деталей. Чтобы купить эти там для кузовых деталей, для запчастей, для машин, чтобы, ну, как новенькая была и красивая. Так, заезжаем вот сюда и будем с вами выбирать кузовых деталей. Так, передние бамперы. Так, сейчас у нас еще. Так, у нас высокий рейтинг должен быть. Так, рейтинг. Потом это то же самое мы поставим. Тоже приобрести детальку. Так, минутку? Я не понял. Так, сейчас попробуем. Сейчас мы фары поменяем. Мы зайдем потом и посмотрим. Да и задние огни тоже поменяем. Мы зайдем посмотрим, что... Может, у углепластиковой есть там какие-нибудь там детальки. Так. Здесь у нас машина. Как мы можем поменять, если там углепластик вообще для машины? Для этого нужно куда-нибудь за покраску заехать вообще. А потом можно там что-нибудь покупать. Ладно, давай-ка это будем покупать вообще. Мне какая похуй разница. Мы оставим так эту машину. Для подсвету. Нам это все равно. А убрали! А! Окошко, блядь, убрали! А почему такие разработчики, блядь, убрали окошко? Я чё, им сделал плохого, что ли? Я ничего, блядь, не сделал плохого. Так, сейчас мы поедем с вами. Так, не поедем на таком Тойоте. Ну, нужно там поменять там. Я поеду только на Пежо, блядь. Так, сейчас мы попробуем. Так, поменяем тачку у нас. Пежо. Так. Все, поменяли Пежо. Теперь сохраняемся на эту загрузку, на этом сохранении игры. Да, завтра мне уже анализ сдавать, я не успею с роликами это заняться вообще, потому что надо пол девятого приходить, потому что, как сказать, 9 часов машина уезжает с анализами, а это не успею ничего с роликами, ничего страшного. Тут главное, что нужно, чтобы правильно эти выполнения быть, эти всех обязанностей. Сейчас мы покатимся на этом дорожке. Так, мы сейчас заезжаем на этот, как и в аэропорт, и там будем выполнять эти разные эти задания. Первые и вторые этапы. Ну, для чего первые и вторые этапы? Это же не просто первый этап выполнился таких гонок и все, блядь. А просто выполнить надо первый этап в этом гонке. Там 6 соперников, и там машин будет вообще. Главное, что нужно этих выполнять вообще, потому что у меня... Сейчас я не буду пользоваться таби-кодами, мне и так хорошо. Так, и кстати, я на другом игре буду пользоваться вообще. Специально там с другими читым кодами про машины вообще, которые... Блять, я разъебал машину эту, блять. Ебать, какой я лох, блять. Эх, прости, дружище, это ДТП, это вышло случайно, блять. Прости, дружок, я не хотел. Я хотел повернуть туда, а ты, блять, хотел свернуть, блять. Ладно, поехали на стадион. А, не стадион. А в аэропорт я забыл, что там эти самолеты могут стоять, а могут летать вообще. Всякого может быть там в игре там. У нас 9 счет банков. Надо еще и набраться, кстати. Там в аэропорту там будет еще. Ну, где там значок? 1400 будет у нас приз вообще. Денежный, в котором присутствует нам выиграть эту гонку вообще. О, денежка! У нас 100 приз уже. У нас 100 приз, теперь нам остался, так, выиграть эти гонки. Так, приз 1400 сюда приглашает только лучших из лучших, поэтому прими мои поздравления, никакого постороннего транспорта, никаких дополнительных препятствий, только это и пятеро соперника, рвущихся к победе, выиграть эту тачку здесь, означает сделать, значит, и шаг. О! Глянь-ка, народ, вот еще один лох. Нет, это не лох. Это король всех лохов. Это ты тут самый ловкий? А если против меня? Пусть даже не пробует. Не попробует? Не узнает?
Ну что ж, нам присутствует эти этапы выполнять, значит. Так, ну что ж, поехали за выполнять гонки. Сейчас мы Заки с Азота прибавим, что нам быстрее блядь, было. Будет еще и закончиться в этих там игры и там гонки вообще. Так, сейчас мы едем. Так, нам придется оба... Ну, об... Блядь! Ты что, хотел меня, блядь, столкнуть, что ли? Вот так тебе и надо, блядь. Как меня с толку сбивать на дороге? Ненормальный, блядь. Соперник. Чмошник. Ладно. Мы сейчас, короче... О, самолет летит! У нас в Оршке тоже бывают редкие самолеты летают вообще. И эти самолеты тут стоят попусту, как вертолет у GTA 3, как самолеты тоже, блядь, стоят, как истуканы стоят. Это не настоящее вообще. Даже мне пообещали эту специальную игру по GTA 3 вообще, а я никак не могу закончить этот специальный хайплай. Мне нужно кое-что все быстро закончить, чтобы потом эти там снимать ролики про серию Сэма. И это на другом, который веб-камере я могу снимать вообще. Блин, что, отстают, что ли, эти соперники у нас? Они на... Так, сейчас... Они, может, нас обогнать, а могут не обогнать. Мы уже 3 круга сделали, а потом сейчас сделаем 4 круга и все. О, прикол вообще. Сейчас мы, короче, это закись азота сэкономим, а потом можно уже быстро закончить 4... Так, мы уже 4 круга закончили, и закись азота прибавим, и обгоним, потом еще ко второму этапу перейдем, значит, в гонки. Так, мы сейчас сделаем этот круг вообще, а потом можно переходить к этому второму этапу. А уж потом мы это закончим на это на самом деле. Это Planet Frostbite Underground 2 в эту часть мы закончим. Так, ну все это еще не все. Тут главное говорить, что надо второй этап пройти, да. Следующий этап нажимаем и проходим, значит. Мы это еще не все, этап закончили первый. По последний надо и закончить вообще. Да, закончим и все, последний. И дальше уже будем получать 1400 рублей приз. Надо постараться, чтобы на всю гонок хватило. Закись азота не буду тратить вообще, потому что вдруг мало ли там что может пригодиться вообще закись азота. Самое главное, что нужно быстро всегда закончить гонку и добраться до этого финала. До этих кругов надо сделать.
чтобы обогнать всех соперников на этой гонке, потом уже первый кубок получить в этом раунде и все другие тачки получить. Сейчас мы потом с третьего закончим круги, потом четвертый, а уж потом у нас кубок будет уже, которое здесь это видеоролике было вообще в этом, как и у самого начала, что нужно выиграть вообще. Эх, поскорее бы на таком вообще бы покататься, на таком. Это я не знаю, на чем покататься вообще. Да в Оренбург поехать хочу 25-го года. Это мне еще далеко. Так, 5, 82. А что это за зеленое означает 5, минус 5, 82? Напишите об этом в комментарии. Ох, сейчас быстро-быстро надо это сделать. У меня закись азота не остался вообще. Сейчас мы постараемся сейчас мы выиграем гонку. Так. Ура! Мы выиграли гонку! Так. Так. У нас репутация 300 и денежный приз 1400 рублей у нас. Так, у нас получился у нас. Теперь надо ехать по этому же карте вообще. Так, что я хотел... По карте ехать. Ну да, я же сам знаю. О, денежный приз мы получили. Так, надо ехать сюда, на горный. Где там мы будем участвовать в гонке вообще? Где мы там будем заканчивать, чтобы, ну, открылся район вообще? Или как там машинки открылись? Я знаю трейсинги на Катонной горе, там очень сложно, я уже и в настроении, на легком уровне, я пытался нахуй это все сделать вообще. Ну, бывает это такая сложная, бывает легкая трейсинга, кто выполнял эти гонщики вообще, которые вперед, а кажется, я и первым становился вообще. Да, сейчас главное сюда заедем. Тут главное, чтобы не разъебать этих машин вообще на этих дорогах. А то эти придурки едут, как по ночам, блядь. Так, а то бывает, что какие-то моменты были, что нельзя ночью гулять, посадить тебя в тюрьму, или дядьки пьяно отвезут, и все, в Белшанку. О! Сейчас мы закись азота прибавим, чтобы мы быстро доехали. Да. Да. Прибавили. Круто. О, мы уже почти на месте этого на горном. Так, сейчас мы где? Так, Северное Нагорье. Мы на Северном Нагорье сейчас. Мы сейчас туда заедем, где здесь это специальный там домик стоит. Так. Приса 350, смотри сюда, щенок, схема такая, ты даешь деньги и становишься на старте, затем, разумеется, проигрываешь, я потихоньку валишь отсюда. Да, это все не просто так на Северном Нагорье выиграть эти специальные гонки, блядь, а нужно, чтобы и опыт у меня был нормальный, хороший. Так, у нас уже закиси оттуда прибавили, эти водятлы, нам сейчас пора это испытать, нам удачу вообще.
скажите подписчикам, так пожелайте мне удачи, чтобы у меня все со средним уровнем получался или со сложностью в гонке участвовать. Так, сейчас могут быть наверняка эти ловушки такие опасные могут быть. Сейчас надо постараться это сделать, потому что это можно застряться в гонке, а потом будут обгонять нас эти соперники. Так, здесь туннель. Здесь можно в тоннеле заехать туда и там постараться все это сделать. Так, здесь... О, ебать! Чуть я не сломал машину, блять. Сейчас поскорее надо ехать. До финиша, а потом можно уже как бы и в другие там машинки поиграть. Так, сейчас мы едем. Так, надо собрать эти закиси азота, чтобы нам быстрее круче было доехать до этих против соперников. Я эти соперники ненавижу, когда меня обгоняют. Я не люблю, блять. Так, сейчас мы едем. Где можно взять этих машин, чтобы закиси азота нам хватило. Так, не дотянул этих закиси азота, блять. Надо у других машин, блять, взять. Так, нам показывают, что нам туда надо сворачиваться, потому что эта гонка, это же не свободный, блядь, заезд, чтобы туда ехать туда и, блядь, кататься, как по Орску Оренбургу, блядь. Так, здесь у нас горки. Так, мы и забыли взять закись азота. Ничего страшного. Сейчас как бы доехать надо. Так, у нас прыжок есть. У нас азот прибавился. Надо ехать дальше. Найти какие-нибудь машины, чтобы быстро круче бы доехать до этого. До второго круга, до первого, потом до второго круга. У нас уже есть закись азота. Мы сейчас... забираем этих машин, этих закись азота. И блять. Короче, ничего страшного, что я об стену врезался вообще. Так. Надо забрать. Так, уход от столкновения. Так, уход от столкновения есть этих закись азота. Где можно найти закись азота? Так. О, какой город красивый. И мы такого еще разу, ни разу я не вас показываю, что там город красивый. Здесь Need for Speed Underground 2. Так, надо быстро ехать, быстро. Быстрее надо ехать. Так, блять. Закись азота надо было схватить, а потом уже этот, как его, ну, ехать по-быстрому, чтобы этих соперников быстро... Они нас еще и догоняют, соперники. Боже мой, о май год. Так, сейчас мы едем. Так. Посмотрим, где-нибудь еще есть закись азота этих машин. Так, машин нету ничего. Значит, едем отсюда. Так, опять в тоннеле мы едем вообще. В туннель. Я как бы не люблю в туннель ехать. Особенно я люблю там свободно заезд ехать по другим городам вообще. Так. О, опять я прыгаю на таком машинке. Да, Максим, я помню, Максим брат тоже и проходил раньше Need for Speed Underground 2. Мой брат Славьев. Он очень долго и долго проходил эти гонки вообще. И даже только для меня в детстве вспомнился, что мне надо еще и долго эти гонки пройти, для того, чтобы мы могли быстро все это закончить, эту игру самой.
А потом уже другие игры мы будем играть вообще. Вы помните Дальнобойщика 2, которые играли вообще? Я вот тоже хочу на этом на легковой машине покататься в Дальнобойщиков 2. Чтобы быстро и быстро всегда закончить эти гонки и выиграть. Сейчас мы сейчас попробуем постараться в последнюю эту круг сделать вообще, чтобы нас, чтобы потом не разъебаться на таких машинах, блять. Сейчас мы тоже возьмем закись азота. Вас создаст! Слышали такое? Вас создаст слово! Это фашистские слова, слова такие вообще, которые нельзя такие говорить вообще. Я помню, когда на диктал... Что? Блять, я чуть... Сука, не разъебал машину свою. А так бы, если бы я бы и проиграл эту гонку вообще. Так, сейчас. Сейчас мы немножко доедем. Давай, 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 Пежо. Давай, не промахнись. Давай, давай, давай. Давай. О, слава богу. Е, хорошо, что мы победили. Так, репутация 100. И денежный приз 350 рублей. Ес, мы победили вообще. Хорошо, что мы без провалов, блядь, сделали вообще. Охуеть. О, слава богу. Новое поступление в автосалоне. В автосалоне, ну, новое поступление. Гони туда, может быть, ты захочешь сменить машину. А так, задние огни. Задние огни, все возможности формы поступили в продажу со сегодняшнего дня. Всем во всех магазинах кузовых деталей. Ваш остался доехать, только приехать, что вам по вкусу будет. Так, ничего, сообщений нету. Так, мы можем к звезде заехать. Да, к звезде заехать, там что-нибудь там указано будет, какой-нибудь там обложки журнала или там какие-нибудь детальки, какие-нибудь еще для машин. О, круто, что я это сделал без провал. Ах, если бы была бы сложная гонка, то бы я бы и сделал я тоже без провала вообще. Особенно, когда то же самое. Все бывают в эти игры. Блять, промахнулся я вообще. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы нажимаем вообще. Что? Опять время? Да вы издеваетесь, что ли? Какое-то время? Я хочу обложку получить вообще. Это получить уникальные запчасти вообще. Так, посмотрим, где у нас тут вообще. Где карта у нас? Да вы издеваетесь, что ли? Я что, должен туда ехать вообще? Да вы дебилы, что ли? Зачем я должен туда ехать далеко и тратить 2 минуты на время на это бесплатно вообще? Ладно, была не была, но зато я могу и успеть это сделать вообще. За 2 минуты доехать до этого, до начала этого города вообще, где мы там в аэропорту начали играть вообще. И так, я не знал, что там есть какие-нибудь там секретные там эти запчасти для автомобиля вообще, какие-нибудь секретные места. Может там что-нибудь и есть, а может там какие-нибудь там... Да, секретные места. Я думаю, где-нибудь там здесь на другом стороне, блядь, есть там эти специальные запчасти. Я должен попробовать туда доехать за 2 минуты. Вы готовы, дети? Да, капитан! А, да, вы слышали такое вообще охуенное слово. Мы сейчас по-быстрому доезжаем отсюда. Мы сейчас без провалов и ничего не будем делать, не смеяться вообще. Так, мы захватим этих закиси азота, чтобы быстро нам доехать до места назначения. Так. Закись азота мы прибавили! Да.
Мы прибавили, но у нас уже закончился закись азота. Блин, надо туда было раньше ехать сюда. А сейчас мы туда, блядь, повернули. Ладно, ничего страшного. Мы сейчас самое главное доедем где-нибудь в другом. Так, сейчас попробуем. Блядь. А я хотел туда, блядь, повернуть. А хуй, блядь, с ним. Сейчас мы заезжаем сюда. Может, я не знаю, может, вы увидите какой там это, не знаю, какое-нибудь там секретное место или какое там секретное место ужасное, какая-нибудь помойка или еще что-то вообще. Тут помойки, там мусоры, там ящики с помойкой стоят вообще. О, я не знал, что там запчасти! Там надо получить свою награду. Давайте получим свою награду. Я не знал, что там секретное место, там и запчасти, и все остальное. Я не знал в этом игре. Так что мы там выбираем? Сесть двигатель или как там трансмиссия и КПК? Что мы выбираем с вами? Давайте эту среднюю выберем, что мы получим свою награду, что мы получили за свои гонки, за свой приз мы получили вообще. Так. О! Что? Ой, я не знал, что там это восклицательные знаки есть вообще. Сейчас мы денежку заберем. Блять. Надо через сетку проехать. Давай, 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 бежо. Давай, давай. Надо это. Так, мы с вами уже получили. Так, репутацию. Потом это денежный приз получили. Мы сейчас едем обратно в это Северное Нагорье. Так, мы можем посмотреть, что там. Можем сохраниться. Мало ли там что, ошибка может появиться у меня. Так, здесь тут ничего на бежо тут, блядь, нету. Так, все. Ну. Погнали теперь. Да, погнали. Мы можем добраться до этой, до самой местности. Первый автомобиль следует выбирать тщательно. Тебе придется ездить на нем достаточно долго. Основные характеристики машины отображаются на экране. Бери то, что больше подходит тебе по стилю машины с передней, задней и полным переводом. Сильным, отличным машиной. Так, мы потом как-нибудь на другом уровне изменим эту машину вообще. Мы можем, короче, посмотреть, там может какая-нибудь машина 350Z или как-то наоборот. О, кстати, я люблю такую модель Nissan 350Z, блядь. Сейчас мы едем в Северное Нагорье, чтобы выполнить достаточно удобные миссии вообще. А без этого мне никак не обойтись вообще. Без денег вообще, без счета. Потому что надо выполнить все быстро, чтобы мы могли там покупать все эти детали, машины и так далее. Чтобы нам круче было, повезло. Так, надо заработать деньги вообще, чтобы купить эти запчасти там для Peugeot. Да, я поехал вообще на другую сторону, потому что надо круг это все обойти вообще. Чтобы мы могли там это тоже участвовать. О, мне показалось, что это денежный приз, кажется, это секретные какие-то гонки. Мы приехали на стык X, думаю, быстрее заезд, вот точно начнется это стык X. А здесь не место... слабакам, а ты в игре или ты слабак? Хм, смешно очень. Давайте-ка с вами поедем на машине. Давайте-ка на X поедем. А потом уже мы с вами, короче, уже там последнюю начнем эту гонку играть. А потом мы через каких-то там серий продолжим мы с вами играть. Ну, когда еще, не знаю, понедельник будет и по пятницам то же самое будет у нас. Какие-нибудь там любые миссии будут у нас. Другие.
Так, мы сейчас заедем. Давайте-ка повернем сюда. Нас уже... Он нас уже зеленая машина обгоняет. Так, надо все выполнить 4 круги. Да, выполнить 4 круги. А уж потом уже получать 350 рублей денежный приз. Это же никакие не первые, не вторые этапы, чтобы 1400-1100 рублей получать. Так, у нас круги нормальные идут. А мы можем повернуть сюда и туда мы можем повернуть. Я слежу по карте, как соперник нас обгоняет. Да, и лобовое стекло я вижу. Так, рекорд круга. Так. Так, сейчас последний с вами круг и все. Так, репутация 200, единица 360. Ну, что я могу сказать? Нормальная машина Peugeot, чем Nissan вообще. А мне на Nissan 240SK мне неудобно было вообще на такие гонки играть. Так, воздухоборники, последний дизайнерская находка, фантастические воздухоборники во всех магазинах кузовых деталей, продажа сегодняшнего дня. Ну что ж, давайте-ка мы с вами поедем на другую гонку играть. Так. У нас розинку, мы поедем туда. А уж потом мы будем начинать с вами, потом мы тоже играть вообще. Через какую-то серию мы будем с вами играть. Когда мы все это закончим. Сети на Need for Speed Underground 2. Так, вообще-то я хочу сделать то 25 минут вообще на Need for Speed Underground 2. Так, мы уже близко к этому круге. Мы сейчас подъезжаем и выполняем эту миссию вообще, в которой нам присутствует такая, не знаю, сложная или средняя гонка. Так, кольцо, а тебе стокло приобрести тачку покруче, честно говоря. Не думаю, что ты сможешь тягаться с остальными. Не, но если хочешь, плати деньги и становись на старт. Так, ну что ж нам предстоится? О! А это я помню, когда на картинке это было на моем компьютере ВКонтакте в группе вообще. Там тетенька стояла у машины в таком зеленом вообще, с этим с драконом. А эти кто-то дверки открывал, кто-то багажник, блядь, открывал. Так, сейчас мы будем догонять. У нас уже две соперники обгоняют нас. Сейчас мы будем обгонять с вами, а уж потом мы... Сейчас мы будем с вами потом уже и заканчивать с вами про эти две круги Need for Speed Underground 2. Не знаю, кто-то пообещал Doom, а кто-то нет вообще. А кто-то, может, GTA 3 пообещал. Так, у нас сейчас препятствия круги будут вообще. Такие сложные круги. Так, сейчас мы возьмем... Блин, надо было взять, конечно, закись азота. Ладно, ничего страшного, зато у нас есть закись азота. Так. Так. О, у нас уже есть. Так, у нас прибавился... Сейчас мы по-быстренькому разгоняемся, а потом уже мы будем это уже заканчивать. Так, у нас неровные круги какие-то. О, а вот эти мне нормальные подойдут. Пока что хочет нас красненько обогнать гонщик-соперник. Как так он обогнал меня вообще?
Да он чмошник, как он мог меня обогнать? Я же лучше в этот соперник, в этом мире гонки. И лучше 1099 год на свете вообще. И пусть нас на прямой день рождения лучше. Сейчас мы будем обгонять с вами. Так, быстро надо обгонять. Так, едем. Так, все, мы обогнали с вами. Эти соперники, красного соперника надо еще, чтобы быстро машина была в этом гонке. Не то сейчас будет обгонять нас. Так. Вот видите, нас уже, блядь, обгоняет. Блядь. Вот ты дебил, чмо. Как, что-то ты неправильно делаешь, что ли, вообще? Ты должен меня остановить вообще. О! Вот так тебе, придурок, и надо. Чмо, ебаный. Так, сейчас... Мы едем в этот первый круг сделаем, а потом уже будем второй круг сделать. Не знаю, он меня подставит или нет с этим вторым кругом. Я наверное, что он, наверное, что меня и подставит. Блин, потому что я чувствую сам себя, что он хочет меня подставить ко второму кругу, это финал, чтобы я не смог это сохранить и сделать вообще. Но я стараюсь, чтобы это сделать. Так, мы опять в туннеле, мы едем в туннель. Что-то такие вот пасмурно, то и что, какая-то погода меняется. Опять то же самое, неровные дороги, опять мне придется тормозить. Да что ж такое? Почему по-другому не сделали разработчики в этой игре Need for Speed Underground 2? Я хочу покруче вообще, и кручую тачку хочу, Nissan 350Z. Так же нечестно, что я этому Рейвену отдал эту Nissan 350Z. А мне так хочется, чтобы я оставил тачку, чтобы у меня скорость была, чтобы я их гонял туда-сюда, по всему городу, в гонках вообще. Так. Опа. Так, посмотрим. Никого нет. Так, давай. О, красный нас уже обгоняет, хочет обогнать. Надо поторопиться. Надо торопиться. У нас всякий азот остался. Давай, не подведи Пежо. Ты на меня рассчитываешь на меня. О, нет. У нас всякий азота нихуя, блядь, не хватит вообще. Надо скорее. У нас это... Ну, у нас не хватит. Давай. О, мы уже взяли закись азота. Тебе надо найти такие машины, которые нам подберут закись азота, чтобы на этих... Чтобы соперник не обогнал нас, этот красный. Так. Опять как в первый круг вообще. Так. Блин. Ну блин, надо сейчас что-то догонить, только не это. Я не хочу, чтобы нас обогнал этот соперник. Вот. Давай, пишу, давай. Ох. Круто, мы победили. Спасибо, ребята. Так, денежные 350 рублей. Молодцы, что вы меня поддерживаете, ура. Так, ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые следующие видео, ребята. И давайте всем удачи и всем пока. Спасибо, что ты, дорогой, досмотрел мой дорогой друг ролик. Особенно мне понравился Peugeot 206. Что бы Peugeot я без тебя делал вообще? Это было очень круто, здорово, прикиньте, ребята. Не то, что как Nissan вообще не помог нам победить в гонке. Ну, короче, не знаю, ребята. Всем удачи и всем пока. Раньше здесь были читы-коды. Читы-коды. Вперед играть вместе со мной, читами, кодами в игре, одиночном и приключениях.